снимайте. Нам память. Нам память. Светлана без сил. Какой-то веки. Мы в Припяти. На этот раз у нас хорошая квартира. Не такая засранная, как прошлая. Светлана, как вы ощущаете себя в этот раз? Прекрасно. Таких ощущений я давно не испытывала. Что у вас болит? Все. У меня болит все. У нас чудесные кровати с чудесными матрасами. Лаборатории, где находятся пробы грунта со всех сел зоны отчуждения. Или нет? Или может быть это люпин? Здесь какие-то семена. Чистогаловка. А, наверное, здесь семена какие-то находятся. Давай посадим. Не хочешь взять отсюда семян? Здесь вообще не фонит. Я вообще-то надеялась на лучшее. Давайте посмотрим в эту. Да-да. Может быть, по бете. Ну вот, смотри, там. Прос. Это что такое люпин? Люпин это точно цветок. Люпин это лошадей, как люпин. Ой, нет, люпин это вон я взял.
30. Это ёбаный порог мы не поставили. Выключи звук. Пускай он заткнётся нахуй. Выключи звук. Да как? Мы себе выйдем? Ну, побыть, да, немножечко. Да там порог просто. Пойдём, мы там стенку. Господи, что с этим дозиметром всегда такие проблемы, а? Светлана полезла в лабораторию. Здесь чистая головка. Рапс. Рапс? Это тоже из удобрений. Райграсс. Кто, кто? 93-го. Как еще раз называется? Название. Райграсс. Райграсс. Не знаю. Что такое? Овёс, смотри-ка. Солома, овса. Чистая головка грязная. Надо её пить. Хуйня. 36, 37, 39. А ты по бетим? Фу, ну не трогай руками. 45. О, 126. Вот свежее получше. Пойдем сюда, смотри, сколько тут мешочков. 96. Да тут нет цветов, тут эти полевая хуйня одна. Тут один овёс. Копачи, смотри, 96-й год. Это трава из копачи. Вон люпины, смотри, 95-й. Каждый месяц, что ли, брали? Давай возьмём, что ли. Не, люпины я не хочу. Не свои семена. Не свои семена есть. Буржуйчикам в сталкерской хатке. На ПМК. Коллекция книжечек. Так, что у нас здесь? Сынок с водичкой. Даже полная бутылочка у нас есть с водой. И два диванчика. Развлечения сталкерской хаты на ПМК. Конечно же, без алкоголя никак не можем обойтись. Мыло. Запасы воды. Чистое мыло. Ложа на четверых. Здесь сингерские вечеринки проводились. Даже подушки есть, смотри. Даже подушки приходят. Дальний пакет. Коньячок. Смотри, смотри, здесь даже есть карта Припяти. Сталкеры Виктор и... Кто? Тима. Казахстан. Суровый ноябрьский поход 2018. О, нормально. Давай оставим. Светлана и Людмила здесь были. В суровый поход летний 2019 года. Я не знаю, может быть и есть, подожди. Сейчас напишу, хорошо живете. Буржуй. Ну что ж, оставим свой след. Сил. Лилис.
Смотри, у них тут даже шампур, они могли жарить шашлык. Тут не это делали. Охренеть. Умывальничек. Ну, что почувствовали. У нас свинарник у них здесь знатный, могли бы немножечко и прибрать. Я так понимаю, весь мусор они скидывали просто в соседнюю комнату. Ну, не все же из Казахстана свиньи. Хожу, как медведь. Чурочка это. Да? Раскладушка и спит фотик. И погремушечки. Валю, да возьми, погремим, давай. Я хочу погремить. У нас появился друг. Проводник на Пошли. Он нас ведет куда-то. Обучить их. Для этого мы получаем семена радиации, чтобы они мутировали. Потом мы их посадим и посмотрим, что вырастет. Какие были. Так что наш эксперимент начался. Продвигаемся. Включайте фонарь. Доктор Людмила. Профессор Людмила. Выходим к кладбищу кранов. Птички нас очень пугали своими голосами. На кранах припятских встречаем закат. Такое красивое солнышко. Припять. Красивая река. Краны. АЭС. Там вдалеке виднеется Чинвал.